Григорий Васюров до войны был учителем, окончил военное училище связи. В самом начале Великой Отечественной войны попал в плен. Согласился сотрудничать с немцами, служил в карательном батальоне СС в Беларуси, проявляя при этом звериную жестокость. В числе прочих деревень им и его подчиненными была уничтожена печально известная Хатынь. Всех его жителей согнали в сарай и заживо сожгли. Васюра расстрелял выбегавших из пулемета. После войны недолго отсидел в лагере, неплохо устроился в мирной жизни. В 1984 году Васюре даже удалось получить звание ветерана труда. Сгубила его жадность. Обнаглевший каратель захотел получить орден Великой Отечественной войны. В этой связи стали выяснять его биографию, и все открылось. В 1986 году Васюру по приговору трибунала расстреляли.